Задаем вопросы нападающему ХК «Энергия Низком» Константину Голанову, который сделал дубль в первой игре чемпионата Одинцовского района. Константин, комментарий по игре, что получилось, что нет команды? Ну, игра сегодня была открытием сезона Одинцовского района. Такой знаменательный для всех праздник 9 мая. Мы очень серьезно подошли к этому вопросу, потому что для нас 9 мая – это серьезный праздник, один, наверное, из главнейших в нашей стране, поэтому все ребята были по-боевому настроены и все работали с отдачей, ни одного не было, так сказать, равнодушного в нашей игре, поэтому я думаю, что и результат говорит сам за себя. Дубль в первой игре для вас лично? Конечно, это приятно, всегда приятно забивать голы, но хочу отметить, что это голы всей команды, поэтому я внес только общий вклад в это дело. Что-то не получилось сегодня? Ну, как бы есть над чем работать всегда, были ошибки, тренер подсказывал, поэтому я думаю, что все осознают первую игру, обдумают, проанализируют и найдут время это исправить на тренировках.